Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Cats. Так, ну что ж, давайте тогда мы начнем с чего? Ну, смотрите, у меня две ракетницы. Есть, наверное, смысл поменять. Так, давайте перенесем, отлично. Плюс 128 к атаке, это довольно неплохо. Так, и еще у нас... Давайте, наверное, укрепим. Да, я хочу. Ну, никуда не денешься, приходится тратить, ребята, кристаллы. Как ни крути. Так, корпуса. Деревянный корпус, блин. Ну, давайте, наверное, вольем. Плюс 35 к атаке. Надо когда-то все-таки избавляться от хлама, да, ребят? 26 уровня. Да, загоняем. И у нас атака растет. 922 к урону. Это очень замечательно. Так, что-то надо делать, я не знаю, с колесами. 135, 135, да? Одно продадим. Наверное. Так, из этого у нас ничего нету. Слушайте, ну пилы, по идее, тоже мне не нужны. Да, 191 к атаке. Что одна, что вторая. Они абсолютно одинаковые. Продаем. Так, и давайте, наверное, с вами... Попробуем сейчас ящик для начала выбить, а потом пойдем на турнир. О-о-о, тихо-тихо, ничего себе килф, ну ты даешь. Ха, как он меня быренько сейчас, а, вы видели, ребят? Я даже не ожидал этого. Поехали тогда мы сюда и посмотрим, я на втором месте, ребята. Давайте попробуем Шерлока, что у нас тут получится. О-о-о, Шерлок, извини. Так... медалька одна у меня есть. И еще остался Аненда. Давайте посмотрим, что у нас с ним получится. Довольно все хорошо. Слушайте, ребят, если я их двоих победил, может быть, есть смысл... А, еще один, Айсфон. Ну-ка, давай попробуем его. Если мы сейчас побеждаем, то я хочу, наверное, быстренько пройти на следующий этап. Давайте запустим, наверное, с вами битву. И сначала до конца. И посмотрим, что у нас получится здесь. Ага. Одного нету. Замечательно. Айсфона мы побеждали. Так что я здесь спокоен. Дальше кик. Ну, пока он доедет, ребята, я его размажу. Следующий у нас. Ух. Вата. Так, тортик. Замечательно. Тортика не стало. Джерри. Джерри тоже мы победили. Баф, 21. А, 121 тоже готов. Аненда. Итого у нас уже 8 побед, ребята. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Надо же, а, Чибари мы победили. Так, Шерлока, ну это понятное дело. Ну-ка, все, ребят, я чувствую, мы сейчас с вами перейдем на... Тихо-тихо-тихонько. Ну, ага, все, победили. Стеф. Ну и еще одна победа, и мы переходим с вами, ребята, на следующий этап. Разве это не хорошо, а? Это просто чудесно. На 11 этапе мы с вами остановились. Так, ну, а здесь, ребят, я не знаю, сейчас мы... Понятно, что более мощные детали, наклейки. Ага, супер ящик, вот это уже хорошо. Так, нитро, лазер, пила, тут дрель, комета, ковший, катер. И комплект здоровья. Вот, комплект здоровья, это хорошо. Слушайте, смотрите, довольно неплохой катерок там вроде бы стоит. Надо будет посмотреть корпус. Ну что, начнем, наверное, с битвы, как обычно, ребята. И посмотрим, что здесь мы вообще из себя можем... Оу, сразу же, да как так? Ёлки-палки, да ну... Вот это перелетел, называется, ребята. Я просто здесь вата. Посмотрите, меня здесь... Нет, все-таки одного я победил. Макси. Ну-ка, что тут с Макси? Даже Макси какой-то меня разбомбил. Так, Янус поплатился. Так, Самот. Слушайте, по-моему, дело в корпусе, да? Слишком мягкотелые. Кия мы разбомбили. Вита 37. Да, тут мы проиграли. Так, Джо. Да ну нафиг, ну как так-то, ёлки-палки. Драктопус выиграл. Так, ну а здесь
Не-не-не, ребят, вы посмотрите, они еще тем более на зеленых тачках, даже с зеленым оружием, и меня выносят. Всего 3 победы я выиграл. Не, так дело не пойдет. Далеко мы не уедем. Я на 9 месте в данный момент. Это очень и очень паршиво, если честно. Так, что у нас тут можно сделать? Давайте посмотрим. Мне, наверное, надо для катера что-то, ребятушки. Раз уж мы остановились на нем, значит, будем его улучшать. Так, ну для этого нам нужно посмотреть корпус. Смотрите, ребята. Ух ты. Кстати, есть смысл, наверное, заменить. У него 4 звезды. Хотя мы сейчас посмотрим. Здесь 12, уже не то немножко. Блин, ну, мало хп, конечно, у этого. Но если мы вольем и его немножко усилим, я думаю, должна быть довольно неплохая машинка получиться. Единственное, что надо подумать, как укрепить, как ее усилить. Можно, конечно, влить комплект здоровья, но стоит ли? У него 20% идет к хп для ролика. А у меня роликов, по-моему, и нету. Я все продал. Слушайте, даже не знаю. А нет, есть один ролик, но он слабый. Так, у нас 1085 хп уже на данный момент. Так, и мы с вами... Блин, а пушки-то надо что-то делать. Лазер. Ага, зеленый, между прочим, ребят, не забывайте. А это значит лучше, чем синий. Так, зеленый, синий. У этого 500, у этого 422, у этого 322. Ну, одна звезда. Так, отлично. Делаем вот так. И все, ребят, под завязку. Больше я ничего не смогу добавить. Сами видите, энергии нету. Прямо тютелька в тютельку сейчас в данный момент все у меня получилось. Единственное, что я вот думаю, может быть, все-таки установить лазер. Ладно, давайте мы сейчас посмотрим, как оно все будет дело обстоять. И дальше мы покумекаем, что нам можно придумать. У-у-у, вы посмотрите, они все с лазерами. Почти что. Ну и с дрелями еще, к тому же. Так, у этого тоже лазер, смотрите. Опа, он меня разнес. Так, у Макси. Ну, у Макси просто атака очень большая. Ну да, не прокатывает моя нынешняя аппаратура, так скажем. Ну-ка, сколько? Так, 353 он дает нам к хпшкам. Но этого мало. Кстати, катер довольно неплохой. У него 4 звезды, так что... Да подожди, ты не это надо делать. Надо в корпус. О, еще 99. Так, уже 1500 есть. Ну, давайте сделаем так. Так, 1636. И еще немножечко. Итого почти 1670, ребята, хп и около 920 атаки. Да, денег нету, приходится делать вот так, ребята, продавать корпуса, а что поделаешь. Блин, вот единственное, что мне не нравится, 14 энергии-то понятно, но 3 слота под оружие, что можно воткнуть? Это ж сколько нужно еще вливать в него энергии, чтобы поставить третье оружие. Да. А так было бы, конечно, очень шикарно. Так, 1700. Я думаю, стоит колесо ставить, а, ребят? Так, плюс еще 162. А если мы... Если я поставлю другое колесо, я буду слишком высоко стоять, и это очень плохо. Надо вот такие вот именно низенькие колесики. Так, давай-ка вот так сделаем. Блин, а этот корпус я, наверное, все-таки приберегу. Пускай остается. Давайте глянем, что у нас здесь выйдет. Да какого лешего, блин, с 2 штук бомбит просто на ура, блин. Оу, вообще меня приподнял. Ну, а этого давай. Да какой там давай. Так, ну, а Макси...
Неужели я выиграл у Макси? Ёлки-палки, это прогресс, ребята. Ух ты, само-то я победил. Так, Вита 37, ну-ка. Блин, хотел сказать, не буянь. Джо. А Джо меня распилил просто-напросто. Драктопус, блин. Да, ребята, не на очень-то много я укрепился. Всего две победы у меня. Три победы. Так, Лисил. О, ты хорошо там упал, молодец. Мы тебя сейчас тут и разбомбим. Ха-ха, своими близнецами. Так, четыре победы. Ну, куда я там? Оу, не, нормально. Хотя тут уже все, ребят, тут не идут медальки, это как бы даже не актуально смотреть. И поднялся я на шестое место, с девятого на шестое. Конечно же, это ничтожество. Просто ничтожество. Так, давайте мы сейчас по-быренькому с вами ящик заработаем. Если у меня, конечно, это получится. В чем я очень сильно сомневаюсь. Но он мне нужен. Так, отлично, победил. Давайте мне ящик по-быренькому и все. Эх, не дают гады, а. Так, пика. Пика-пика-пикачу. Получи. Отлично. Вот близнецы, вот именно в данный момент очень хорошо срабатывают. Когда эти на валунах перескакивают через себя, все идет как нельзя хорошо. Ага, за лупушку победили. Все, ящик получили. Так, у меня ящик стоит на активации? Да, стоит. Значит, все замечательно. Так, что же можно нам улучшить, ребята, я так бы сказал. Все для катера. Ракетницы не можем. Так, тут тоже не можем ничего. Энергию, что ли, дополнительно выучить ему, а? Да как-то неохота. Ой, ладно, ребята, давайте мы сделаем немножечко перекурчик. И увидимся с вами в следующей серии. Вот так вот оно будет лучше. ХПшку я ему приподнял на катере. И продолжим, естественно, дальше бомбить эту лигу, чемпионат. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем проходить кэтс. Так, понятно. Обычный ящик у нас. И из него ничего хорошего не выпало, как вы видите. Но зато у меня есть от спонсоров, что уже радует. И еще фиолетовый сундучок у меня активировался. О! Комплект на атаку дали, это хорошо. Ну а здесь у нас что выпадет? Да, здесь, конечно, подкачало все дело это. Бонус, бонус. И что нам дадут? Блин, липкий шкив. Больше всего мечтал о нем. Ну что? Так, корпусов опять у нас целая груда. Луноход, одна звезда. Не хочу, если честно. Мне устраивает мой катер. Единственная проблема в чем у нас заключается? В том, что надо усилить. Так, у меня есть комплект на атаку. Ну-ка, сколько? 176. Ёлки-палки, ну нифига там ценник. Придется, ребята, наверное, что-то продавать. Иначе никак. Так, отлично. Так, у нас два лазера есть. И куча колес. Так, одно спустили. Пошло второе. Давайте вот это тоже. Так, два отбойника, я вижу, есть. Ладно. Корпуса, корпуса. Что мне с вами делать? А ну-ка, хватает? Блин, нифига. Ничего себе, там еще. Блин, надо дофига продавать. На 60 штук, ребята. Так, 54. Сколько дает? 58. Так, 62. Ну давай еще пилу. До кучи. Все, должно хватать, ребят. Как ни крути. А, да ну нафиг, да что за фигня-то, я не могу понять, блин. Еще 44 тысячи надо. Блин, давайте так сделаем тогда, фиг с ним.
Так. 1300 у нас атаки в общей сложности. Блин, как же вы мало прибавляете. Вот, более-менее еще. 25 для лунохода. Это все ерунда. Лунохода у нас нету. И, честно говоря, я его брать не собираюсь. Так, хпшечку себе прибавили. Вот так, уже пошел процесс, прогресс и так далее и тому подобное. Все, вливаем. Да и фиг с ним, что мало. Главное, да, хочу продать 4 уровня. Ну, еще что-то загоним сейчас. Давайте, наверное, пилу. Не, не туда. Какое нафиг колесо? Мне надо на оружие, а не на колесо. Так, о, 35. Ладно, соглашаемся. 1372. Маловато, блин. Ну, а большего я ничего здесь не достигну. У меня элементарно нету денег. Даже если я все здесь продам, хрен что у меня получится. Так, давай. Все на продажу летит. С одной стороны, это даже хорошо. Инвентарь почистим, а то все забито. Так, корпус у нас 2678. Ну, я не знаю, можно, в принципе, попробовать. Чем черт не шутит, как говорится. Активируем ящик. Так, тут у нас все уже изучено, что нам надо было. Жетонов нету. Вот энергию надо было бы, конечно, но... Это уже как-нибудь в другой раз. Интересно, а когда откроются вот эти вот желтые? На каком престиже? Самые крайние которые? На 10-м, что ли? Или на 5-м? В общем, еще не скоро. Да, изучать уже осталось совсем-совсем немного, ребят. Много, конечно, тут барахла, которое мне не пригодится в дальнейшем. А может быть и пригодится, кто его знает. В принципе, вот торговец неплохо, да? Это больше монет при продаже деталей на 20%. Или вот этот, например, больше монет из ящиков. Ну что же, блин, уже на 4-м месте, ёлки-палки. Ладно, давайте пробовать. Так, Тимур у нас первый. И... Да хорош меня поднимать уже, ё-моё. Победили мы все-таки. Так, продвинулись, да? Нет, нифига не продвинулись. Давайте следующего. Блин, он опять со своей этой кочерышкой. Ну, тут понятно. Он меня поднял и расстрелял, грубо говоря. Ну-ка, с этим попробуем. Тихо, тихо, успокойся. Ну, нормуль, ребята, все, я его победил. Сейчас я должен подняться на 3-ю позицию. Да. Так, а ты-то что здесь загрустил? Давай-ка с этим попробуем. 2 лазера, ё-моё. Но я его победил. Хм. Так, должен на 2-ю, по идее, перебраться я, да? Нет, ничего подобного. А, даже на 1-ю, ёлки-палки. Вот это вот хорошо, ребят. 1-е место я занял. Теперь главное на нем продержаться. И мы с вами перейдем на следующий этап. Ну, естественно, это будет очень тяжело сделать. Потому что они все время прогрессируют, улучшают свои машины, соответственно. Так, давай. Ай, нет, нифига, не получилось. Не хватило дамага, ребята, буквально немножко. Жалко, здесь еще нельзя повышать скорострельность своих орудий. Так было бы прикольно. Что мы можем сделать? Так, 704, блин, маловато. А если тебя... О, неплохо. И еще какую-нибудь деталь. Блин, нету у меня кристаллов, придется вот так делать. Отлично. Ну, а сейчас, наверное, я должен, по идее, буду его разобрать-то, да? Все, у меня ничего нету, я все продал. Так, 240, 248, 460, вот так, может быть, попробовать. Хм, 2900 хп. Ну-ка, давайте-ка его... Рискнем еще разок забодать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Да ну нафиг, да как так? А, понятно, ребят.
Колесо-то я поставил, соответственно, я приблизился к нему очень быстро. И он меня ковшом приподнял. Ну-ка, вот так вот, если попробуем. Без колеса. Так. Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Да ну ты нафиг, что ты будешь с ним делать, а? Ну ладно, ребята, на этом буду завершать выпуск. Всем спасибо за просмотр и до новых видосиков. Всем пока.